Несколько радостных событий произошло 1 февраля 2017 года в одном из отдаленных уголков Рязанщины, селе Березово Михайловского района. В Успенском храме этого села состоялось соборное богослужение священства 2 округа по случаю интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Прихожан собралось в храме немного, но молитва небольшого числа верующих во главе со священниками была благодатной. Возглавил службу благочинный Михайловского 2 округа протоиерей Сергей Орлов. Ему сослужили протоиерей Сергей Зенкин, настоятель Свято-Никольского храма села Пушкари, протоиерей Алексей Аникин, настоятель храма Рождества Богородицы села Новопанское, протоиерей Вячеслав Дарин, настоятель Успенского храма села Фирюлевка, протоиерей Николай Серганов, настоятель Преображенского храма села Голдино, иерей Даниил Рантов, настоятель Успенского храма села Печерники Михайловского района. Сегодня собрались в малом составе, но я думаю, что лучше меньше, чем вообще никого. Я хочу пожелать Святейшему Патриарху Московскому всей Руси многое благое. Медаль Блаженной Любови Рязанской 3-й степени была вручена псаломщице храма Рождества Богородицы села Новопанское Михайловского 2-го округа Рязанской епархии Валентине Михайловне Аристарховой. Новопанский протоиерей Алексей Аникин ко мне обратился с ходатайством благочинному 2-го Михайловского округа, чтобы я перед архиереем ходатайствовал о награждении ее храме, который служит, псаломщицу. Храм, который послужил 25 лет. С ходатайством к благочинному о награждении Валентины Михайловны обратился протоиерей Алексей Аникин. В свою очередь, благочинный адресовал ее архиерею, митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку. Если в вашем храме тоже есть такие достойные люди, обращайтесь к нам и будем писать и обращаться архиерею. Я удивлена, конечно, очень удивлена. Не думала, что... Всю жизнь последних была. Жизнь была нелегкая, работа дояркой. Чтобы люди были добрее, вот, ходили в храм. Что нам остается еще? Вот что нам? Я приду, мне все болячки уходят куда-то. Чтобы не забывали Бога, ходили. Вот мне Господь. Нет, от моих грехов дает мне тихонечко хожу. Я так себе дала такой желоброк. Я болела тоже сильно. Ну, потом говорю, пойду, буду в церковь. Так, мне мама всегда служила. Тоже певчей была. И просфера пекла, и я просфера пекла, и помогала. А потом и так вот муж умер, я решила пойти. Закончилось богослужение торжественными возгласами «Аксиос», что значит «достоин». «Аксиос» и «многое лето» пропели патриарху Кириллу, «Аксиос» митрополиту Марку и «Аксиос» Валентине Михайловне Аристарховой, сельской женщине, считающей себя самой недостойной. Господь все видит и всем воздаст по заслугам. Спаси всех, Христос! Аксиос, Аксиос, Аксиос. Это высокая награда. Да, вы и заслужили. Одевать. Спасибо, Господи.